Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Слушайте, я вам вчера все объяснила. Как вы сказали? Сезон закончился, а я курортными, знаете ли, не интересуюсь. Че пришли? Я голодный, проголодался, хочу есть. И будьте так любезны, принесите мне, пожалуйста, дежурное блюдо. Плов с бараниной не желаете? Валяйте, буду. Спасибо большое. На здоровье. Александра, вы очаровательная женщина. Ну, абсолютно не умеете готовить плов. Ну, это ужасно. Ну, это не плов, это рисовая каша. Знаете что? Знаете, вы... Вы не переживайте. Поверьте, я не хотел вас обидеть. Я просто хотел вас научить готовить правильно плов. Вы... Да кто вы такой, чтобы меня учить? Ну, я Агафонов из Сибири. Это я помню. Вам паспортные данные еще нужны? Нет, спасибо, не надо. Если не хотите, а я ведь вас хотел научить правильно готовить плов. Не хотите, как хотите. Счастливо, до свидания. До свидания. Всего доброго. Подождите. Как вас там? Агафонов. Это я помню. Виталий Андреевич. Так вот, Агафонов. У меня завтра свадьба. Вы можете мне помочь? У вас завтра свадьба? Да. Ну, нет. Но... Ну, в смысле, не совсем у меня. Правда? А вот, Александра, самый настоящий плов. Пальчики оближешь. Шафраном и с другими приправами. Куда поставить? Вон туда вот. А? Ой. Агафонов, вы прям какой-то неземной человек. Да, да. Так, подожди-ка секундочку. Александра, ну, как вы сервируете стол? Ну, вилочка должна лежать с левой стороны от тарелочки. Ну, вы абсолютно ничего не умеете делать. Знаете что, Агафонов? Я, кажется, поторопилась со своими выводами. Сашенька, ну, Сашенька, ну я же пошутил. Стельчика нашла свое счастье. Будь счастлива. За себя, за нас, за Саньку. Знаете, Наденька, неправильное пожелание. Каждый человек в этой жизни должен быть счастлив сам за себя. Юрка, ну-ка давай что-нибудь веселенькое. Сейчас играй, дядя Виталий. Ура! Давайте выпьем за Элечку. Дорогая моя, милая моя, ты это заслужила. Мы помним тебя еще ребенком, помним твоих замечательных мамочку и папочку. Как бы они рады были сегодня. За тебя, Элечка, и за твоего избранника. За вас! Спасибо. За вас счастье! Борька! Борька! Ой, Борька! Это кто? Гришка. Это мы должны спросить, кто ты такой? Капитан Грей или Остап Бендер? Люди, Элька нам не чужая. Я тебе такой сюрприз приготовил. Гриша, перестань, что ты делаешь? Я делаю то, что нужно. У нас наш двор как семья, и мы не чужие. А этот, он просто аферист. Докажите. Да, докажу.
Доказательство у меня с собой. Живой. А? Григорий, вы портите мне праздник. Не будет у тебя никакого праздника. Товарищ старший лейтенант, ваше слово. Он самый есть. Алексей Сергеевич Горбунов. Да. Пробили мы тебя по базе. Три жены в разных городах России. Три ребенка маленьких. И ни одному из них ты не платишь элементы. Ох ты. А это неправда. Не понимаю. А вы, девушка, четвертой хотите быть? Эля? Этого просто не может быть. Эля, не слушай его. Это пойдемте с нами, Алексей Сергеевич. Нелепо. Не держите его! Держите его! Конечно, стойте. Мы сейчас пойдем. Стой! Держите его! Стоп. Давайте пойдем отсюда! Только берите руки! Это еще не все. Я разыскал всех жен господина Горбунова. Каждую из этих женщин он лишил жилплощади, продав их квартиры сразу же после свадьбы. И с тобой он хотел сделать то же самое. Негодяй, я скажу. Ага. Да, это он. Он хотел продать трехкомнатную квартиру на втором этаже вашего дома. Квартира 80 метров. Туалеты и ванная совмещены. Я все знала. Гриш, ты, главное, не кори себя. Ты молодец, ты все правильно сделал. Девочки, какая же я дура. Никакая не Эльберев. Я просто глупая корова. Эль, давай, выпей. Никакая ты не корова. Ну, Элька, ну чего ты? Я сейчас уйду в декрет, а ты начнешь заниматься работой общепита. Элька, ничего, все забудется. Время лечит. Счастье постучится и в твои двери. Никто уже постучится. Не никто. Вон, девочки, даже наши радуги наконец-то выделили деньги на ремонт. Во, смотри, даже радугу ремонтируют. А наша жизнь тем более наладится. Слушай, Санька, а я вот вижу, как на тебя смотрит этот Агафонов. Ведь он хороший мужик. А на меня ты дурочку уже никто не смотрит. И наплевать, как он смотрит. Он приезжий, слышишь? Приезжий. А мне эти одноразовые романы не нужны. Хочешь знать правду? Хочешь? У меня вот от такого одноразового ребенок родится. И жить он будет без отца. И хватит с нас этих аферистов. А если ты хочешь мне Элькино платье спихнуть, так оно на меня, во-первых, не налезет. Платье не отдам. Платье я перекрашу в средний цвет, продам одной певичке. Я уже договорилась. Девочки, вы меня только не выдавайте, пожалуйста. Я сказала, что она из Парижа, и она поверила. Врать, как некрасиво. Эля! Я согласна на общепит. Благословляю тот день и час, когда вы, Надежда Дмитриевна, появились в нашем коллективе. Спасибо. Спасибо, что вы есть. Вы редкая женщина. Мне даже иногда кажется, что я влюблен в вас. Ой. Не пугайтесь. Эта любовь безнадежна, как полет на Марс. Как я вам благодарна, что вы показали мне живые, настоящие полеты. Это так романтично. Да. Мне же скоро возвращаться в большую квартиру. Да. А она у меня около 100 метров. Простите, ноги очень устали от высоких каблуков. Да, ничего. А приехали бы вы ко мне погостить, Москву посмотреть? Я бы отвела вас в интересные места, познакомилась с замечательными людьми. Нельзя замыкаться в четырех стенах. Человек, живущий в провинции, он замыкается в себе, он себя опустошает. Да нет, я так не думаю. Да нет, ну что вы, я не о вас. Я в принципе... Я не столь наивен, чтобы не понимать всю безнадежность моих чувств. Но я хочу сказать, что если когда-нибудь вам понадобится моя помощь... Может быть, зайдем в кафе и выпьем чашечку кофе? Мне прямо сейчас нужна ваша помощь. Поцелуйте меня, пожалуйста. Прямо сейчас. Что вы, Надя? Хоть в щеку, поцелуйте меня. Вадим, все в порядке? С удовольствием. Вадим, что-то не так? Вадим. Спасибо. Что-то случилось? Вадим! Вадим! Что случилось? Мне срочно нужно домой. Я с вами. Я вижу, вы чем-то взволнованы. Надя, вы побледнели? Что-то случилось? Да, Владимир Петрович. Я просто сейчас увидела человека,
которого любила много лет назад с другой женщиной. Вы меня простите, просто он отец моей дочери. Простите. Так вот, зачем вам понадобился мой несчастный поцелуй. Просто вызвать ревность. А ну-ка, немедленно рассказывайте. Рассказывайте. Куда ты тащишь меня? Давайте, давайте. Куда? Тихо ты! Ты что, не понимаешь, что катастрофа разворачивается? Так. Ну-ка, давай-ка. Беги, звони Гришке. Срочно! Гришке? Давай, быстро! Нина, ты сейчас рухнешь. Через 10 минут он ко мне придет. Да сам напросился. Ах, Нина, да он совершеннейший бессеребренник. Он даже свою квартиру бывшей жене оставил. Ничего за душой. Но очень, очень мил. Ну, понимаешь, совершенно, абсолютно мой вариант. Ты прости, я не могу говорить. Мне еще нужно успеть принять душ. О, не успеваю. Он пришел. Пока-пока. Ах, Вадим, проходите. Спасибо. Ну, прошу вас. Присаживайтесь. Спасибо. Знаете, я же не хотел приходить. Просто чувствую себя так дурно в одиночестве. Вы мне показались душевным человеком. Ну, пойдем скорее. Пойдем, пойдем, пойдем. Страшно? Гриша. Бегом. Давай. Сашка, Сашка, давай. Ой, Гришка, ну подожди нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, мне Вадим нужен. Молодой, симпатичный человек с палочкой. Угу. Так он к Алоне Борисовне поднялся. Ага. Она на третьем этаже живет. В 29-м номере. Так. Но туда я вас не могу пустить. Ага. И вообще, вам лучше уйти. До свидания. До свидания. Так. 29-й номер. Что делать? Мне кажется, я знаю, где это. За мной. Давай. Сашенька. Давайте. Я бегу. Ничто не держит вас, Вадим, в вашем прошлом. От этого прошлого и от той боли, с которой вы прожили много лет, нужно избавляться. Поверьте мне, выбросьте все это, не цепляйтесь за это. Вам нужно попытаться построить новую жизнь с новыми людьми и в новом месте. Да. А мне-то как раз дорого мое прошлое. Как раз его-то я и хочу вернуть. И мне даже кажется, что я знаю как, но... Быстрее! Вот! Вон там? Вот его балкон. Как туда попасть? Лестница. Лестницу-то где нам взять? Ясно. Пошли. Давай. Давай, давай. Держу. Осторожно. Держи, держи. Ой, мамочка, какой тяжелый. Тихо, тихо. Давай. Сейчас, сейчас. Давай. Так. Давай, давай сама. Вот сюда. Сейчас. Давай. Ну, не бойся. Вперед. Гриша, осторожней, Гриша! Руками держись! Смелее! Давай, крепче держись, Гриша! Я с тобой! Держись крепче! Вадим, давайте выпьем с вами, а? Давайте выпьем за тот решительный шаг, который вы должны сделать. А скажите, Вадим, а вот летать первый раз на крыльях тоже ведь было страшно? Летать? Mm-hmm. Нет.
улетать не страшно. Вы знаете, это скорее непривычно. Это когда... Как вам объяснить? Ну, отрываешься ногами от земли и как бы не чувствуешь ее под ногами. Да, отрываешься. Сначала страшно, а потом становится прекрасно. Вот так и будет теперь. Я заберу вас с собой. Нечего вам торчать в этой провинции. Что там? Криш, а? Вадим, вам необходимо поехать со мной в Москву. Я буду вашим проводником, вашим верным другом. Решайтесь. Криш! Вас там ждет блестящее будущее. Вы забудете о своих страхах и фрустрациях. Простите, что? Фрустрациях. Ну что там, не томи! Вы вновь обретете себя. Вадик, не надо! Не соглашайся! Не езжай с ней! Не надо! Вадик, не надо! Гриша! Вадик! Гриша! Гриша, ну подождите вы! Гриша! Лежи, не вставай. Лежи. Гришка, ты настоящий герой. Ты хотел спасти от неверного шага меня, спасти от неверного шага Вадима. Знаешь, я даже не подозревала в тебе такое геройство. Ведь знаю тебя столько лет, так странно. Если честно, я все эти годы думала, что ты просто придурок. А ты молодец. Сегодня же узнаю твое будущее. Ой, больно. Лучше. А, да. Ой. Твой адвокат идиот. Это еще почему? Да потому. Он сказал мне искать любовника моей жены. А что, у Нади есть любовник? Ну, конечно, нет. Хотя... Когда я ездил к ее матери, видел, что вокруг нее отирается какой-то хромой хмырь. Но это вряд ли может быть любовь. Скорее всего, жалость. Какой-нибудь друг детства. Она же всегда жалела всех сирых и убогих, мать Тереза. Друг детства, говоришь? А знаешь, что тебе нужно сделать? Тебе нужно покопаться в ее архивах. Любая женщина, даже такая безупречная, как Надя, имеет в прошлом какую-нибудь тайну. Где она хранит свой фотоархив? Ну, ее альбомы и всякую ерунду я выбросил в подвал. Вот. Тебе нужно спуститься в подвал и посмотреть ее архивы. Неохота. Ты же знаешь, у меня же аллергия на пыль. Лень, неохота, а надо. Что хуже, аллергия или раздел имущества? Нет, только не это. Поправится твой Гришка и останется таким же рукастым, не то что мой Крохин. Мопед не починит, но замуж ты за него пойдешь. Что? Я за Гришку? Да. Да вы что, у вас помутнение разума? Нет, прости, это озарение. Мы свое счастье за 3-9 земель ищем. А ну, вот оно, под ногами валяется, только под ними. Ну, знаете ли. Она ведь не за деньги гадает, а нет, от души. Нет, вот возьмите, идите на свой базар. Хочешь остаться старой девой? На здоровье. Это не ваше дело, ясно?
моя жизнь. Видишь, что придумали? Гришка мне в мужья, соседи называется. Молодая еще. Глупая. Да, не понимает ничего. Вадиму. Вадим, я, наверное, не отправлю ни одного из этих писем, Вадим. Просто на бумаге проще изливать душу. Я никогда не забуду то, что произошло между нами в маминой квартире в тот день. Я буду помнить это всю жизнь. Это был мой самый счастливый день. Я любила и буду любить только тебя. Ах, стерва, а! Стерва, а! Вот стерва! Почему здесь? А, не надо, это лучше не трогать. Это вот как раз больно. Тут гипс держит. Гришка! Да. Предлагаю отметить твою выписку, взрезав этот тортик. Ой, какой ух ты! Агафонов делал сам своими руками. А давайте я порежу. Не, давай я, у тебя все-таки рука. Знаешь, у меня рука, у тебя нога. Просто два инвалида. Мальчики, ну что вы такое говорите? Вы молодые, здоровые, красивые. Правда? Да. Элька, а если бы я полетел, ты перестала меня считать дураком? Если бы. Не надо говорить о том, чего не было и не будет. Гриша? Гриша, не расстраивайтесь. Пройдете курс реабилитации у нас в санатории. Будете еще боксировать. Да какая там реабилитация? У меня дел не проворот. И во дворе, и на станции. И у Эльки пылесос сломался, надо починить. Да, Гришенька, ну какой пылесос? Реабилитацию обязательно надо пройти. Молодой человек, стойте. Молодой человек, стойте. Ну что еще? Не глупите. Она вас любит. Вы хоть это понимаете? Вам-то что? Она мать вашего ребенка. И что это меняет? О, Господи. Ну она же сама мне все рассказала. И про себя, и про вас. Знаете, не знаю, что она вам рассказала, но я знаю, что видел собственными глазами. А я видел, как вы на этом самом месте в кафе целовали ее. Я, конечно, хромой, но зрение у меня отличное. Послушайте, Вадим, послушайте. Вы все не так поняли. Вы не все видели, не все слышали. Да. Не все. Значит, было что-то еще. Удачи. Постойте, Вадим. Да. Поели сладкого. Да уж. Я как честный человек и сибиряк, ну не могу допустить, чтобы эти два человека жили друг без друга. Ну вы посмотрите, как в детских стихах. В этой речке утром рано утонули два барана. Вот это как раз про вашу Надю и Вадима. Ну как это так? Поговорить и не хотят. Ну в конце концов, соединиться. Ну не хотят, значит, я эту работу сделаю за них. Да. Да, баранам же нужно помогать. Рано или поздно Надя разведется со своим Леонидом. И у нее должна быть свадьба по любви. С да. Вадимом. Ну пусть свадьба без белого платья, но главное по любви, да ведь? Элечка, я никогда не думала, что в твоей головке бывают такие светлые мысли. Я тоже не думала, но недавно читала один роман, и там была точно такая же ситуация. Вот мы ее с вами и развиваем, да? Но кто-нибудь из нас уже в конце концов должен выйти замуж. Сначала одна, а потом все остальные. Вы знаете, я, кажется, придумал, как нам соединить надо наших влюбленных. Говори! Ой, прости, прости.
Надя! Надь! О, Надя! Хорошо, что я застала. Слушай, там бежать надо. Гришке очень плохо. Ну, Элька думает, что он, когда упал, он головой ударился. Голова кружится? Чего? Кружится. Кружится прям, кружится у него, прям очень сильно кружится. Болит? Болит. Болит, прям он волком воет, так болит. Ну, странно, если было сотрясение, давно прошло бы уже. Надь, ну ты же Гришку знаешь, у него все не слава богу. В конце концов, ты давала клятву Гиппократа? Давала. Давай, беги, он там, на диком пляже. Давай, Надь, давай, ага. Быстрее, плохо ему, я догоню. Вадик, Вадик, пожалуйста, скорее, там Гришке плохо. Да что случилось-то? Я не знаю, он лежит один на гальке, на пустынном пляже. Тебя зовет, а никого видеть не хочет. Быстрее, пожалуйста, я догоню. Гриша! 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 Ты? А ты что здесь делаешь? Где Григорий? Где Гриша? Его что, на скорую увезли? А Саня сказала, что ему плохо. Саня? Да. А мне Элька. Эля? Это хорошо, что мы встретились. Я даже рада. Так, тихо, тихо, ребят. Они не должны нас заметить. Я хотела тебе сказать. Ну, в общем... Я на 100% уверен, что они договорятся о чем-нибудь хорошем. Раз уж ты знаешь, что Соня твоя дочь. А я уверена, что нам нужно уйти и не мешать людям. Да тихо вы! В общем, я хочу, чтобы вы общались. Ты только это хотел сказать? Да, что же еще? Действительно, о чем еще со мной разговаривать? Знаешь... Если бы я был здоровый и состоятельный мужчина, я бы мечтал только об одном, чтобы ты и Соня были со мной рядом. Но я, конечно, не зарабатываю столько, сколько твой муж, и, по сути, я калека. Да, я вон даже летать не могу. Так что я не имею на вас права. Ну-ка, перестань. Что ты такое говоришь? Какой ты калека. Мне вообще все равно, хромаешь ты или нет. Мне надо тебе сказать. Я хотела объяснить тебе. Я хочу сказать... Ну что такое? Девочки! Спальник. Виталий Андреевич. Ты что тут делаешь? Гриш, ты не заболел? Вы что, подсматривали и подслушивали? Нет, 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 нет. Надя! Надя! Надя, ты все же не поняла! Надя, мы не специально, Надя! Надя, ну подожди ты, ну... Надя, я не могу так быстро, Надя! Значит, это не Вадим пришел поговорить со мной. Это вы организовали встречу. Занимались бы собой, девочки. Как вы не понимаете, мне было важно, чтобы Вадим сам принял решение. А он просто пришел туда, куда вы его позвали. Вам-то зачем понадобился весь этот цирк? Наденька, ну мы ведь хотели как лучше. Ну да, ну получилось, как всегда. Обманули меня. Вы же знаете, как я не люблю вранье. Да. Да? А не ты ли столько лет обманывала свою дочь? А не ты ли скрывала от Вадима, что у него есть ребенок? Ты не врала? Вышла замуж за чужого человека, с нами не посоветовавшись, со своими близкими. Это, по-твоему, хорошо и порядочно, да? Не тебе, Наденька, читать нам морали после всего этого. А вот сейчас я с Элькой в кои-то веки согласна. Ты нам врала! Врала. Врала. Да как тебе в голову вообще могло такое прийти? Она же уже никогда не будет относиться ко мне серьезно. А вот так и могло. Это называется помощь друзей. Надя все равно рано или поздно все поймет и скажет, что любит тебя. Любит?
Да это жалость. Жалость, а не любовь. Не чувствуешь разницу? Просто минутная слабость. На черта вы подстроили это свидание. Да потому что без нас ты бы ни на что не решился. Жизнь одна, и она короткая. А ты в очередной раз боишься соединить свою судьбу с женщиной, которую ты любишь, и от которой у тебя ребенок. Ты трус. Вот. Да-да. Можете внимательно изучить. Это письма моей жены, да, адресованные вот этому хромому придурку. Хорошо, хорошо, хорошо. Больше 10 лет она писала письма за моей спиной и не отправляла их. Причем в каждом письме, слышите, в каждом письме она признается ему в любви. Так, можно, да? Читайте. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, Вадим, я мысленно прошу у тебя прощения. Я всегда любила тебя и только тебя. Я выхожу замуж не потому, что люблю его. Леонид Игоревич, так это замечательно. Что ж тут замечательного? Что я 10 лет грел змею у себя на груди? Все, ни копейки не получит. Из квартиры выпишу, и Соню она больше никогда в своей жизни не увидит. Я понимаю, вам неприятно. Но, как говорят немцы, из каждого свинства можно сделать кусок ветчины. Вы можете смело идти в суд и подавать иск, потому что доказательства ее неверности налицо. Мы выиграем дело. Ну да. Положим, я трус. Действительно трус. А ты? Правильно Элька говорит. Ты просто придурок. Ну я ж хотел как лучше. Да это все твой Гриша. Его дурацкие выходки. Почему это мой? И почему дурацкие? Да потому что он влюблен в себя, как последний дурак. И готов ради тебя на все. Кстати, это не ты надоумила договориться о встрече с Вадимом, м? Надя, оставь его в покое. Чего ты к нему привязалась? Гришка, он хороший и честный. А еще он настоящий мужчина. Ну, наконец-то ты заметила. Да, Надь? Да. Но только я никому не позволю влезать в мою личную жизнь. Наденька. Надь. Надюш. Ну, Надя! За твою трусость и за мою дурость. За то, что мы наконец стали настоящими мужиками и объяснились. Надьке и Эльке в любви. О, да, брат, видишь, говоришь, там мужики сидят и пьют. Вообще, в широком смысле. Да. Она смена заканчивается, а мы еще никого не задержали. Пошли к ним. Да они же не пьяные. Мужество подняться и посмотреть подруга. Поехали в отделение. В прошлые времена лозунг был хороший. Порожний рейс – убыток государства. Давай, брать. Ну, давай, за птиц. Ну, если надо, то пойдем. Знаешь, Гриш, если бы я снова мог подняться в небо, я бы так спустился к Наде на землю, прилетел бы и сказал бы ей, что она единственная, что я люблю ее. Я бы тоже с тобой полетел, Вадя. Но я так боюсь высоты, Вадя. Я боюсь летать так же сильно, как признаться Эльке в любви. Опаньки! Молодые люди, а что мы здесь делаем, а? Выпиваем в неположенном месте. А ну, пройдемте с нами. Да куда я не пойду? Я должен объясниться с женщиной, которую я люблю. И я победил свой страх, и я это сделаю. Молодец! То есть как это? Не пойдем. Так, не пойдем, и все. А ну, пошли. Ну-ка, давай. Ай, ай, рука! Не трогай руку! Ай, пойдите! Ай-я! Ликуйте, смертные! Кругом даже стрелки! Это все ваши фрустрации! Тина! И ведь после всего этого мы же еще оказались виноватыми. Ну что теперь делать?
Вот хорошо, Агафонов, хоть вы зашли. Ну, хоть какое-то мужское плечо. Поддержка. А уедете вы? Я тут вообще одна останусь. Проблемы расхлебывать. Если бы вы знали, Агафонов, как я от всего этого устала. Я ведь все сама, все сама. А мне ведь тоже хочется быть слабой, беззащитной, хрупкой. А мне приходится вот на каждом шагу трубить о женской независимости, а это... А это такая глупость, Сашенька. И ты опять ничего не сказала Вадиму. Что? Что я должна была сказать? Женись на мне. Носи меня на руках. Береги меня всю жизнь или поступи своими принципами. Сломай свои крылья, отнеси их на помойку. Не знаю, что говорят в таких случаях, мам. Я не знаю, ты так и не выросла. Ты такая же, как Соня. Еще неизвестно, кто из вас старше. Совершить такую глупость в жизни. Отказаться от своей любви. Соня. Да. Алло, Икар, привет. Это обманывать я. Обманывать ребенка. Привет, только я сейчас... Мне не очень неудобно разговаривать. Почему, Икар? Да нас тут, ну, в общем, в ментовку загребли. За что? За драку. С хулиганами? Да, с хулиганами. Подожди, я сейчас. Эй, слышишь? Говорить по телефону не положено. Это дочка. Вот ты подумай, какой пример ты дочке подаешь. Алкоголик. Телефон сдать. Вот так. Мне стыдно, что я тебя воспитала. Пока вы тут кричите, Икара, между прочим, за решетку упекли. За решетку? Как? А что делать? Мам, ну папа в полиции. Как же ты не понимаешь? Папа? Ты почему называешь Икара папой? Мам, я все знаю, я уже догадалась. Ну, точнее, вычитала. Ну, смотри, вы с Икаром последний раз встречались 11 лет назад в августе. А за Леню ты вышла замуж через месяц. Ну, а в мае уже родилась я. Ну, прошло 9 месяцев. Вот, собственно говоря, вся арифметика. Что я не поняла? Ой, ну, мам, ну 9 месяцев длится беременность у женщины. Это, кстати, мне бабушка рассказала. Так вот, как вы занимаетесь с бабушкой и математикой. Мам, сейчас как-то не время выяснять отношения. Надо папу спасать, я его люблю. Ну, собирайся же, мам. Да, и Эльку с собой бери. Гриша тоже там, давай, в полиции. Давай. Иди. Ну, давай быстрее. Алло. Так. Алло. Здравствуйте. Нам бы попасть... Женщины, а вы куда? Там мой Гриша. И Вадим там, мой. Ну, это само собой. Вы им кто? Жены, сестры? Мы соседи. А, соседи. Интересно. У меня вот сосед, вор в законе, представляете? Но я же его не защищаю. Так, девушки, не морочьте мне голову, ступайте домой, пожалуйста. Ну, дяденька, ну, пожалуйста, ну, отпустите их. Там мой папа. Вадим Кораблев, его друг Гриша. Мой Гриша. Гриша? Да. Да. Вадик, а тот аппарат, что ты в ангаре делаешь, на нем кто полетит? Ученики твои? А? Вот выйдем, тогда и узнаешь. Вон они. Вадим, а это я. Я пришла, чтобы сказать тебе, что я... Я очень люблю тебя. И всегда любила. И ты мне нужен любым. Здоровым, больным, богатым, бедным. Ромашка. Элька! Гришка, какой же ты у меня дурачок. Я же тоже тебя люблю. Ты чего? Элька, ты заболела? Да нет, глупо. Люблю тебя, люблю. Просто... Я даже сама не понимаю, как это вышло. Ты такой дурак. Но такой родной. Папочка! Папа,
А ты с нами в Москву поедешь? Зачем? С Леней разводиться. По-моему, самое время. Прошу. Не бойтесь, все будет хорошо. Вот увидите. Понял. Поверьте мне. Не постеснялась. Привела с собой этого хромого придурка. Я посмотрю, как она запляшет, когда я отберу у нее дочь. Отберем, отберем. И имущество отберем. Прошу, Леонид Игоревич. Ваша честь, она пренебрегла своими обязанностями супруги. Она с самого начала была мне неверна. Эти письма... Она писала своему любовнику, который сейчас сидит в зале, и это при живом тому же. Можно ли такой женщине доверить воспитание нашей дочери? Эти припрятанные письма я обнаружил в архиве своей жены, которые являются верхом цинизма. Вы понимаете, как они характеризуют эту женщину? А каким образом у вас оказались эти письма? Вы что, в отсутствие жены обыскивали ее вещи? Сядьте. Любой человек вправе совершать ошибки и платить за них. Так и я все эти годы платила. Я искренне пыталась быть примерной женой Леониду. Честно пыталась полюбить его. Все эти годы была прекрасной хозяйкой, домработницей, кухаркой, не побоюсь этого слова, нянькой. В конце концов, была для него симпатичной вещью, с которой приятно выйти в свет. Леонида Игоревича, наверное, интересует вопрос, претендую ли я на имущество, нажитое вместе. Нет, Леонид Игоревич, не претендую. Квартира и клиника остаются с вами. Также могу оставить вам свои вещи, украшения, шубы, одежду. Но моя дочь должна остаться со мной. Нет. Соня будет жить со мной. Леонид Игоревич, тут такое дело. Вы хотите, чтобы Соня осталась с вами. Но это невозможно. Потому что... Не вы отец девочки, а я. Ваша честь, дело в том, что к делу еще не приобщена экспертиза ДНК. Вот она. Я биологический отец девочки. Много лет назад мы вместе, не одна Надя, мы вместе наломали дров, наделали много ошибок. Так получилось, что мы расстались, но с тех пор все изменилось, а вот чувства мои остались прежними. И поэтому я понимаю, что здесь ни время и ни место, но я хочу просить Надю Ромашину стать моей женой. Суд удаляется на совещание. Ответила на мое предложение. Ты ведь теперь свободна. Ты согласна? Ты ведь знаешь ответ. Будет клево, если вы поженитесь. Кстати, пап, с тебя свадебный подарок мне. Такая же упрямая, как ты. Так же любит верховодить, как ты. Ну ладно.
А Сашка говорила, сезон любви кончился. Ну, мало ли, что я говорил, что ты глупость повторяешь? Меня вообще нельзя нервировать. Мне надо гулять, дышать свежим воздухом. А я вместо этого сижу дома и шью вам обеим платья свадебные. Да ну вас! Александра, подождите! Сашенька, подождите! Александра, подождите. Что подождать? Хотите сказать, что билеты купили? Купил. Как? Уезжаете? Уезжаю. Но, честно говоря, Ильичка, я хотел бы научить вас готовить очень вкусные оладушки. Поверьте мне, в семейной жизни это пригодится. Дома-то, небось, каждый день печете. Да никому ничего не пеку, да и некому. Поверьте мне, и будете смеяться, что я дома никогда никому ничего не готовлю. Какой же вы шутник. Ну да, я шутник, еще и курортник. Но я купил не один билет, а два билета в родной город Красноярск. Один себе, а другой замечательной и самой красивой девушке на свете Александре. Как вам моя шутка? Саша, милая, вы поедете со мной? Я вдовец. Я устал жить один. А вы самая лучшая девушка на всем белом свете. Вы согласны? Сань. Саш. Сань. Ну ты чего? Саш. Не плачь. Надька. Надька, смотри. Твой летит. Илька и твой. Hey!